Наградообразующим предприятием продолжают работу Международный конгресс по обмену опытом специалистов листопрокатного производства. Прокатчики обсуждают проблемы повышения качества выпускаемой продукции, участвуют в работе секций и выступают с докладами на актуальные темы. Последний раз производственным опытом прокатчики обменивались почти два года назад, в 2015-м, на базе Новолипецкого металлургического комбината. В этом году гостей вновь принимает «Магнитка». За это время на Магнитогорском металлургическом комбинате произошли значительные изменения. Например, удалось запустить в строй вторую очередь стана 2000 холодной прокатки. Перед огромным комплексом сегодня ставятся серьезные задачи по ассортаменту и прокату марочных старей. Конкурентами участники конгресса прокатчиков друг друга не считают. В современных экономических условиях от упадка предприятия может спасти лишь интеграция и сотрудничество с коллегами по отрасли. Конгресс прокатчиков – это хорошая возможность показать себя, услышать что-то новое и пообщаться с коллегами по общему делу. Действительно, вопросов для обсуждения у собравшихся скопилась масса. Новые технологии в области производства холодного и горячего проката, вертикального цинкования, проблемы модернизации, поставка современного механического оборудования и полностью автоматизированных систем. Эти темы и стали для участников конгресса прокатчиков самыми актуальными. Чтобы иметь почву для дискуссии, первым делом гости отправились на экскурсию по листопрокатному производству ММК. Вторым этапом стала работа по секциям.